Бода. Бода. Тихо все. Бода Барона. Буква Л. Смотрите, дети. Привет, Бода Барона. Привет, привет. Привет, Морфики. Ну-ка, тихо, не мешайте вести урок. Сегодня у нас новая буква Л. Кыш-кыш-кыш-кыш-кыш-кыш-кыш. Я здесь вам тут не для того букву поставил. Ну, Л же похоже на горку. Ой. А ну-ка, кыш отсюда. Не мешайте. Путаетесь вечно у меня в бороде. Бода, зачем ты морфиков обижаешь? Дети, не отвлекайтесь. Смотрите, это буква Л. Л похожа на горку. Правильно. Похожа на горку. И морфики покажут, как на ней кататься. Морфики. 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 Где они? Бода, морфики ушли. Ушли? Где ушли? Зачем ушли? Не плачь, Бода. Пойдем их искать. Идем. Морфики, где вы? А это еще что? Это буква Л. Ее надо поставить слово Лев. Так, Лев, морфиков не видел? А это что такое тут опять? Это еще одна Л. Выпала из слова. Лебедь. Хе. Ну какой же это лебедь? Посмотрите на его хвост. Многоуважаемый павлин, дорогой попугай. Петух, дятел, пингвин, отвечай, где мои морфы? Нигде нет морфиков. А эти что за буква Л тут? Это просто буква Л. А эти что за лягушки? Бода, это зиму. Это просто лягушки. А почему вы букву в слово до сих пор не поставили? Уже поставили. Лягушка. А ну, цаплять, пусти морфика! Это тебе не лягушка! Ой, бороду помяли. Браво, Бода, браво! Дети, сейчас я кое-что вам покажу. Смотрите, это горка. Эта горка очень похожа на букву Л. Ой, всюду вам буквы мерещу. Буква Б. Буль-барабуль. Барабуль-барабуль. Барабуль. Здорово, дети. Привет, Бода. Сегодня я покажу вам букву Б. На эту букву начинается целый чемодан слов. Ну, например, дудка. В нее можно дудеть. Бода, это барабан. По нему нужно бить палочками. Барабан, говорите? Барабан. Начинается на Б. Ой, куда это подевалась моя гармошка? Ну, ладно, у меня еще одна гитара есть. Бода, это балалайка. Тоже начинается на Б. И эта дудка сбежала. Что за ерунда? Морфики, немедленно верните на место балайбан. Понял, понял. Дети, ничего не выйдет.
морфики говорят, что сегодня их очередь на контрабасах фортепьянить. Но у меня есть еще слова. Смотрите. Это банан. Ой. Бутерброд. Хм, что это такое? Эй! Бублик! Ах, не дам! Не дам! Ну, надо же, прямо изо рта съели. Все слова на букву «Б» забрали морфики. Надо искать новые. Эй! Эх, все вокруг какой-то не «Б». О, чую, буквой «Б» пахнет где-то там. Корова. Бода, это же не корова. Смотрите, детки. Это животное на букву «Б». Только называть его нельзя, а то оно быстро к морфикам попадет. Но можно его написать. Точно. Вот и вот. Осталось поставить первую букву. Я поняла, это «бык». Ой, что? Куда? Горе мне, горе! Что я за учитель, который даже не может ученикам корову на букву «Б» показать? Бода, ты можешь показать свою бороду. Она тоже на «Б». Ай! Ай! Где моя борода? Прости, Бода, я нечаянно. Ой, бодоборода тоже начинается на букву «Б». Бода, где ты? А ну-ка, покажите меня обратно. Мы сейчас тебя найдем. Привет, дети. Сегодня я покажу вам морфиков. Им очень нравится буква «Б». Буль-баба-буль-баба-буль. И они помогут нам ее выучить. Правда, морфики? Вот так вот. Вот так. Буква «И». Привет, Бода. А что ты делаешь? Привет, дети. Я готовлю для вас новую букву. Смотрите и учитесь. Буква «И». Ну что такое? Всю букву мне переломали. Как там было-то? Так, дети, еще раз. Буква «И». И не такая. И вот такая. Такая, не такая. Запоминайте лучше, скорее. Что за барабуль? Спокойно. Хилипренькая какая-то эта буква «И». Нужно ее склеить. И где мой молоток? Ну что за странный молоток? Как ему гвозди забивать? О, это индюк. Он начинается на букву «И». Но боль, бараболь, бараболь. Опять все уронили. Иди ко мне, молоточек. Что это? Ой, буль-буль-буль-буль. Бода, это инопланетянин на летающей тарелке. И правда, иностранец какой-то. Слушай, сосед, у тебя молотка не найдется? Эй, ты чего тут наколдовал? А ну, верни все назад. Все, это катастрофа. Буква «И» сломалась. Молотка нет. Пойду сейчас вот сяду вот здесь и до свидания всем. Бода, смотри, что это? Похоже на ящик с инструментами. Слово «инструменты» тоже на букву «И». О, другое дело. А то инопланетяне, нулю-лю, чебурек себе куплю. Вот, дети, буква «И». Буква «И» не такая. Как же вы меня запутали!
Ну, и сами покажите, какая буква И правильная. Вот правильная буква И. Молодцы. Хорошо научились. Теперь продолжим. На букву И начинается. Ну вот, буква есть, а слов не осталось. Не дам сломать букву! О, морфики принесли игрушки. Они на букву И. Индюк, инопланетянин. Ну, наконец-то. Теперь все готово. Здравствуйте, дети. Сегодня я покажу вам, как играть в разные игрушки. Смотрите. Буда, а как же буква И? Буква И? А, буква И. Да там она. Буква Р. Привет, дети. Привет, Буда. Сегодня я покажу вам новую букву. Это буква... Ой, забыл, что за буква. Не надо на меня рычать. Но это же буква Р, она рычащая. И ничего, она не рычащая. Она это, кукующая, во. Ку-ку, ку-ку, повторите. Ку-ку, ку-ку. Отлично, пойдем искать слова на нашу новую ку-ку буковку. Бода, вот слово на «Р» – ракета. О, кукета. Обожаю кукеты. Кыбыдыщ. Не-не-не-не-не-не-не, мы же договаривались. Никакого рычания, только ку-ку. Понятно? Кукета. То-то же. Так-так-так-так-так. Ой! О! О! Ой! Вспомнил! Эта буква не кукуемая, это буква ква. Запомнили? Где же вы, слова на ква? Вот, смотри, робот! Он тоже начинается на букву Р. О, квабот! Обожаю кваботов. Сколько можно говорить? Никакого рычания. Ква-ква! Понял? Понял, понял. Ква, 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 ква. Ой, у меня борода всквапопушилась. Наверное, аллергия на квабатов. Значит, эта буква никакая не ква. Это же буква Р. У вашего Р не тот размер. Нужно придумать букве подходящее название. Ну, там, хрю, например, или гав всякое. Хватит! Я вспомнил. Эта буква вообще никак не звучит. Идем искать что-нибудь на молчащую букву. Буква есть, а звука нет. Вот и полный вам привет. Искали, искали и вообще все потеряли. Бода, у тебя на лице рот. Он тоже на букву Р. Не на Р, а на букву... Забыли? Это молчащая буква. Он тоже на букву Р. Ой, Бода, мы тебя не слышим. Наверное, надо вернуть звук букве Р. Приготовились. Начали. Дети, у меня для вас сюрприз. Сегодня я покажу вам рычащую букву. Вот она. А теперь выберите мне животных, которые начинаются на букву «Р» и умеют рычать. Лягушка не рычит, и нет буквы «Р». Лев рычит, но «Р» тоже нет. В рыбе есть «Р», но она молчит. Остается вот рысь. Ну что, убедились, что «Р» рычащая? В следующий раз не будете спорить со мной. Но я на вас не обижаюсь. Пока, дети. Пока, Бода. Письмо от мамы. Ой, что, пожар?
землетрясение? Цунами? Тебе посылка, Бода. Какой ужас! Какой ужас! Бода, не бойся. Наверное, кто-то прислал тебе подарок. А это еще что такое? Это письмо. Может, в нем написано, как открыть посылку? Читай скорей. Ха! Что это за закорючки? Почерк неразборчивый. Давай я помогу прочитать. Да, помоги. Здравствуй, дорогой Бода-сын. Ой, так это же от мамы, мамулечки, малюпулюлечки. Мы так давно не виделись, что я решила взять быка за рога и отправить тебе посылку. Ух ты! Мама мне целого быка прислала! Ура! Нет, Бода, мама не посылала тебе быка. Взять быка за рога значит решительно браться за дело. Это называется образное выражение. Да? Конечно! Моя мама не станет обижать животных. Читаю дальше. Хотя я верчусь, как белка в колесе. Мама, колесе! Не морочьте мне бороду. Это опять образное выражение. Так говорят, когда у кого-то очень много дел. И чтобы успеть, приходится их делать очень-очень быстро. А, тогда ладно. Читай дальше. Хорошо ли ты кушаешь, Бодочка? Страшно подумать, как ты отощал без маминых пирогов. Эх. Ну, не буду делать из мухи слона. Муха-слон. Да он же ее раздавит. Да нет же. Делать из мухи слона значит преувеличивать. А, вот это я понимаю. А то зоопарк какой-то. Отправляю тебе кое-что подкрепиться. Кажется, в посылке что-то съедобное. Понятно. Чтобы посылка открылась, ее надо съесть. Отгадай, что в посылке, она и откроется. Подсказка, пальчики оближешь. Может, там что-то сладкое? Клянусь бородой, это варенье! Ура! Ура! Приятного аппетита, Бода! Спасибо, дети. Аппетит у меня всегда приятный. Птица, уши, черепаха. Бода, морфики проголодались. Наконец-то! Открывайте, морфы, рот! Будет вам поесть сейчас! Дети, эта машина выдает слова! Сочиняем с ними предложение, морфики получают еду. Находить огород. Апельсин. Значит так, я нашел в лесу сапог и вскопал им огород. Выпал с тучки апельсин и упал почти что в рот. Бода, у тебя какая-то путаница получилась. Поэтому машина и выплюнула сапог. Можно вот так? Я нашел в огороде апельсин. Ух ты, какая интересная машина! Птица. Уши. Заходить. Я придумал. А под землей летела птица. Уши, как у трактора. Тут заходит черепаха, тоже хочет пирожок. Я думал, пирожок появится. Снова у тебя путаница вышла, Бода. Давай так. Мы зашли в зоопарк и увидели пеструю птицу и слона с большими ушами. И море, веселиться.
Все, теперь вы первые сочиняйте. У меня перерыв. Я придумала: кит на море веселится. Кажется, морфы наелись. И они хотят играть. Я же говорил, я лучший сочинитель предложений. Шли по морю три кита. Один веселый, другой с зонтиком, а третий вообще дома телевизор сверлит. О, классные какие ракушки. Я тоже хочу сочинить путаницу. Лыжи, ехать, варежка. Я на варежке поеду, лыжи на руки надену. Бода может еще. Чебурек. Слушай, вчера. Пляшет сочный чебурек, слушать музыку везет. Прислонился к самолету и придет домой вчера. Пляж банан кудрявый. Кудрявый волейбол играл в пляжный банан. Бода может еще. Ой, машина теперь не переставая выдает предметы. Кажется, мы ее сломали. Надо еще ручку нажать. Конец, конец, конец. Ой, ну какая-то уже ерунда пошла. Эй, почему все остановилось? Бода, мультфильм закончился. И ничего и не закончился. Продолжаем. Пока, Бода. Бода. Буква Ш. Привет, Бода. Привет, дети. Морфиков не видали? А, вон они. Это что еще за шипелка, кипучка, шипучка, чипучка? Боля, это же буква Ш. Буквы тихонько в словах прячутся. Они шипят на людей. Это правда буква Ш. Сейчас проверим. Ты кто такая, эй? Это очень невежливо шипеть, когда тебе вопрос задают. Шепелявка меня не уважает. Придумал. Я стану очень-очень важным. С важными людьми все разговаривают. Что там носят важные люди? Шляпу. Надень шляпу, Бода. Вот, шляпа. Она начинается на букву Ш. Точно. Я буду человеком в шляпе. Позвольте представиться. Я важный сеньор Бодо Эльбородо. А вас как зовут? Эх, не работает шляпа. Но я выясню правду. Дети, мне нужен грозный вид. Эта зазнайка испугается и все мне выложит. Возьми рыцарский шлем. Он тоже на букву Ш. Отлично, шлем. А еще нужен конь. Устрашись, закорючка! Перед тобой рыцарь Бода фон Борода! Так ты то какая! Нечего на меня шипеть! Не на того бородатого напала! Так, дети, не получилось по-плохому, попробуем по-хорошему. Нужно ее задобрить. У вас есть что-нибудь хорошее? Шоколадка. Она на букву Ш начинает. Отлично. Идем задабривать. Дорогая шипячая шипучка, будь так добра, скажи, кто ты такая. А я тебе шоколадку дам потом. Не хочешь шоколадку, да? Думаешь, самая умная и всех здесь перехитрила, да? А вот и нет! Я знаю, кто ты такая. Ты буква Ш. Бода, ну мы же так тебе и говорили, что это буква Ш. То вы говорили, а то я говорю. Ну что ты тут стоишь? Дети, помогите букве.
Буква сама себя в слова не пришпандурит. Сейчас расставим. Шарф. Шишка. Шкаф. Смотри, Бода. Что ты сказал, Бода? Бода, кажется, ты превращаешься в букву Ш. Как? Где? Куда превращаюсь? Ой, да нет, дети, все нормально. Это же я. Шучу я. Думали, я в букву Ш превращусь. Ой. Ребусы. Лыжи. Или ласты. Или, может, сапоги? Бода, привет! Ты готовишься к путешествию? Привет, дети! Я готовлюсь испечь пирог. Неужели незаметно? В ластах? Вы правы. Лучше в лыжах. Чтобы ничего не перепутать, я зарисовал рецепт пирога с помощью автобусов. Ты хотел сказать ребусов. Это такие рисунки, в которых спрятаны слова. Не мешайте, дети. Так, первое слово, которое нам нужно для пирога, спряталось в этом автобусе. И это муха. А, вот и муха. Ой, надо было в ластах за ней бежать. Ага! Теперь нужно добавить в муху. Бода, смотри, в ребусе над картинкой буква Х зачеркнута, а рядом написано буква К. Может, тебе нужна не муха, а мука? А я так и сказал. Мне нужно добавить муку. Что же за пирог-то без муки? А муха мне нужна для красоты. Во, видали? Красота! Итак, в муку мы добавляем слон. Маленький слон. Вот и ласты пригодятся. Бода, в ластах ты слона не догонишь. Смешные вы, дети. Без ласт слона каждый поймать сможет. А вы попробуйте в ластах. Слон! Поймался? Пойдем, слон. В муку тебя добавлю. Бода, я понял. Если «н» в конце слона зачеркнуть, а в начале добавить «ма», получится масло. Из слона масло! А, вот тебе автобус! Ладно, слон, иди ешь джунгли. Учитесь, как скрывать секретные полезные рецепты даже от самого себя. Так, что там у нас дальше? Да. Видите, дети? Да. Значит, я уже сделал пирог. Да? Все, пирог, ты готов? Нет, Бода, не готов. Как это нет, когда здесь написано «да»? Это тоже ребус. «Да» написано в букве «о». В «о» – «да». В «о» – «да». Вода. Вода какая-то получается. Вода. Конечно, потому что для пирога нужна вода. Конечно, вода. Вот так автобус. А вот и мой пирог. Ой, что это? Бода, кажется, ты испек не пирог. Ты испек ребус. П-и-рог. Получается пирог. А это все почему? Потому что... Автобусы. Ребусы. А где мой пирог? Ах, этот автобус. Автобус. Мама мыла раму. Привет, Бода! Ой, а где он? Привет, Бода! А где ты был? Привет, дети! За хлебом ходил. Вот, записку оставил. Чего не ясно? Но здесь же ничего не написано. А, да! Со вчерашнего дня буквы изучать перестаем. Вместо этого будем рисовать. Ой. Видите?
В записке указано, что я ушел за хлебом. Хлеба нет, меня нет, на бумаге тоже ничего нет. Без слов и букв непонятно. Да все понятно. Смотрите, хочу я, например, написать «Какая хорошая погода». Беру и рисую. Хочу рассказать, что идет дождь. Рисую тучу с дождем. Где тут что непонятно? Мне нравится. Ну вот, просто и весело. Никаких тебе бе-бе-жи-жи-пи-жи. Тогда напиши, то есть нарисуй. Мама мыла раму. Хе, смотрите. Вот так, и вот так, раз-раз, и вот так вот, бух. Все, кружочек, и вот тут вот бумс, и все, и... Мама мыла раму. Бода. Это не мама. Моя мама красивая. Да? Ну вот тебе. И волосы у мамы темные. Открасилась, что ли? Ну вот так тогда. А еще непонятно, что это за рама. Но это просто какой-то квадрат. Самая рамская рама. У рамы должна быть толщина. И еще ручки такие. Вот ты придира. Сейчас мама моет раму рукой. А должна быть тряпочка. Вот вам тряпочка. Если есть тряпочка, то должен быть и тазик с водой. Да что ж вы такие непонятливые? Когда моя мама моет окно, летят брызги. Ну вот, вот так вот. Нужна табуретка, чтобы вверху помыть. А за окном должны быть деревья и домики. Занавески забыл. А еще нужны стены, чтобы окно не висело в воздухе. И еще обои, полосочку. А внизу подоконник, а под ним батарея. А на полу коврик, цветы на окне. Ну вот вам, мама мыла раму. Это не мама мыла раму, это Годзилла ломала дом какой-то. Вы просто рисунки читать не умеете. Не умеете читать? Пишите сверху. Мама мыла раму. Ну, теперь понятно? Теперь понятно. А все почему? Потому что я изобрел буквы. Видите? Видим. И только я один могу вас научить, как ими пользоваться. Только чур завтра. Все завтра. Пока, Бода. Пока. Письменные буквы. Ося, тяни во все ноги. Ино, ну куда ты гнешь? Нос, выше, выше нос. Привет, Бода! А что это ты делаешь? Привет, дети! Буквы выпрямляю! Смотрите, они все перекосились! А зачем их выпрямлять? Это письменные буквы, они такими и должны быть. Как это зачем? Если слова кривые, то и вещи будут кривые. Вот, например, как в таком доме жить? Видали? Ни поесть, ни поспать, ни бороду почесать. Письменные буквы пишут рукой, а не печатают. А рукой гораздо удобнее писать с наклоном. Писать им, видите ли, удобнее. А мне в этом во всем кривом и косом жить. Морфы, становись на тренировку по наклонному выживанию. Наклон принять. Шагом марш. Дети, ну что, видите, какие опасные эти ваши письменные буквы? Бода, с буквами все в порядке. И с твоим домом тоже. Смотри. Слово можно написать и печатными буквами, и письменными. Сам предмет от этого не поменяется. Буквы кривые, а дом прямой. Так не годится. Морфы зря тренировались, что ли? Сейчас все исправим и скривим.
И еще задом наперед. И вот это искривим. А и вот так вот выровнять. Здесь вот так вот. И еще вот так. Идеально криво. Бода! Я же говорил вам, что с такими кривулинами ничего хорошего не получится. Буква тут ни при чем. Ты же сам свой дом сломал. Сам сломал, сам и построю. Да из чего тут строить? С такими буквами даже сарай не сколотишь. Даже простейшей буквы «Д» нет. Это и есть буквы «Д». Большая и маленькая. Ах, если вы такие умные, разберите тут пока эти буквы. А я за нормальными буквами схожу. Это большие письменные «Б», «Г», «З». И «Д». Это маленькие «Б», «Г», «З». И «Д». А это печатные, большие и маленькие. Ну вот. Отлично я вас научил печатным и письменным буквам. А сейчас я покажу вам самые лучшие буквы. Домостроительные. Домостроительных букв не бывает. Хе-хе-хе, еще как бывает. Глаза закройте. Не смотреть, не смотреть, не смотреть! Закройте глаза! Не подглядывать! Все, 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 открывайте! Бода, как красиво! Я же говорил, что бывают домостроительные буквы. А еще бывают шоколадописные. Угадайте, из чего они? Разные языки. Хайдзимен, нимен хао, дзинхэн, гэйтадзя, дешао, чхадзи. Привет, Бода. Ты говоришь по-китайски? Ой, я? По-китайски? А, конечно, я говорю по-китайски. Я сказал, какая сегодня хорошая погода. Нет, ты сказал... Привет, дети! Сегодня я покажу вам иероглиф чай. Странная какая-то буква. Это китайский иероглиф. В отличие от букв, иероглифы могут обозначать целые слова. Этот иероглиф означает чай. А что это вы тут за разливалки устроили? Морфики проводят чайную церемонию. В Китае существуют древние традиции чаепития. Ишь, с чаем церемонится! У нас сейчас урок по традиции. Намасте бачу адзмы апку сикаунга акшарча. Бода, а теперь ты говоришь на хинди и показываешь букву Че. С нее начинается слово чай. Какой же это чай, когда это что-то белое и непонятное? И немедленно прекратите это ваше хинди! В Индии чай часто готовят с молоком и специями. В Индии часто с молоком, а у нас сейчас непрерывно урок. Hi, kids! Today I'm going to show you the letter T. Теперь ты перешел на английский, а это английское T. Звучит похоже на слово tea, то есть чай. В Англии чай принято пить в 5 часов вечера с бисквитами. Вам что ни покажи, везде чай мерещится. Сконцентрируйтесь! Сейчас я найду вам правильный чай. Тьфу ты, правильную букву. Так, дети, отвернитесь. Вам такое смотреть рано. Бода, это буквы из разных алфавитов. В мире тысячи языков. Это греческая буква, это еврейская, а вот арабская. Тысяча языков, говорите? Хамепыр-парапумко. Бода, мы тебя не понимаем. Хе-хе, потому что, дети, я придумал новый язык. Бодояз. И сейчас буду ему вас учить. Учитесь, это шмыхпа. А это гребон. А это кирдук, кирбан, пасхур. А морфики бабакосят бабакос. Ни слова больше, кукурук. Бода, невозможно взять и придумать новый язык. Язык создается целым народом, тысячелетиями. Посмотри, что ты наделал.
не выношу, когда кукурук плачет. Дети, быстро найдите мне понятные буквы. Смотри, вот русские буквы, а наш алфавит называется кириллица. Привет, дети! Сегодня я покажу вам букву Ч. На нее начинается слово «чай». Спасибо, Бода! You are very welcome, kids! Бода, ты опять потерял русские буквы? Нет, дети, я просто пью чай. Ну, я как будто бы весь такой англичанин. Буква Х. Привет, Бода! Что ты делаешь? Привет, дети! Как что? Снимаю кино на букву Х! Как этот мне хип-хоп! Ты хотел сказать Хичкок? Так звали великого американского режиссера. Хватит спорить, дети! Кино само себя не снимет! Поехали! Подбор актеров. Актер номер один. Храбрый хомяк. Расскажите нам о себе. Я готов к любым опасностям. Ничего не боюсь. Не-не-не-не-не. У нас безопасное кино. Следующий. Но... А вы у нас... Хвастливый хорек. Вперед! Хвастай! Я самый... Вот заливает. Самый он. Видали? Не люблю хвастунов. Следующий. Хмурый хамелеон. Что-то он хмурый какой-то. Спасибо. Бода, нужно кого-то выбрать. Эй, какая досада. Роль ваша. Двигаемся дальше. Выбор места для съемок. Вот список моих пожеланий. Зимний дворец? Еще чего? Вот хижина на букву Х. Такая уж буква. Дальше. Реквизит. Это еще что за беспорядок? Это реквизит. Так в кино называют предметы. Что там нужно для съемок? Вот что, дети. Выберите тут самое что-нибудь подходящее, а я размышлять пойду. На букву Х начинается... Халат. Хачапури. Холст. А чашка, стол и телевизор начинаются с других букв. Ха-ха. Неплохо, неплохо. Что ж, начинаем съемки. Съемки. Так, ты понял, да? Твоя задача совершать действия на букву Х, а именно... Хозяйничать, ходить и художничать. Нет такого слова «художничать». По контракту я не обязан показывать несуществующие слова. Хорошо. Заменим художничать на хрюкать. Нет, я уж лучше нарисую что-нибудь. Отлично. Все по местам. Поехали. Начинай хозяйничать. Так. Так, да. Да, так, хорошо. Хмурости добавь. Эмоции. С душой. Теперь походи. Возьми хачапури. Да, неплохо. Продолжай ходить. 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 Больше хмурости! Наезд! Крупный план! И... снято! Наконец-то! Тоже мне Хичкок на букву Х. Классно, Бода! Получился маленький фильм на букву Х. И что мы, дети, узнали из этого обучающего фильма? Что слова могут означать не только предметы, но и действия. Нет, дети! Мы узнали, что будь ты хоть трижды Хичкок, а с хмурым хамелеоном хип-хопа не спляшешь. Это как, Бода? А вот так! Буквы, твердый знак и мягкий знак. Привет, Бода! Здравствуйте, дети! Сейчас мы с морфиками исполним вам мою новую оперу, называется «Бода и бульон». Ура! Ура! Здорово! Ого, Бода, ты умеешь играть на органе? Никакой это не варган, это буква-гуделка. Гудит. Так, дети, посерьезнее, начинаем.
Бода, борода, сел за стол. Бода, борода, с... Все, дети, концерт окончен. Расходитесь. Бода, почему? Все пропало, гуделка не работает. Видите? Бода, все в порядке. Так и должно быть. Эта буква называется твердый знак, и у нее нет своего звука. Что? Нет своего звука? Кто же это придумал? Сломанные буквы в алфавит засовывать. Бода, борода, сел за стол. Бода, борода, сел в бу... Сел в бульон? Я такого не сочинял. Я сочинял «Бода съел бульон». Ни в какой бульон я не садился. Бода, ты же сам убрал твердый знак. При чем тут ваш знак? У него все равно звук не работал. Понимаешь, Бода, согласные звуки, такие как «с», могут быть твердыми и мягкими. В слове «сел» мы слышим мягкий звук «с», а в слове «съел» – твердый «с». Чтобы показать разницу, на письме используется твердый знак. Бода, что ты делаешь? Как что? Устанавливаю ваши твердые закорючки. Ну вот. Вот оборотно сел за стол. Вот оборотно съел бульон. Еще одна испорченная закорючка. Это совсем сломанная. У нее даже хвост отпал. Бода, это мягкий знак. Он, в отличие от твердого знака, указывает на мягкость звука. Например, пылесос, пылесось. Какие еще пылесосы на концерте? Бода, борода, зачем тебе столько лишних труб? Запомните, дети, в музыке чем больше, тем лучше. Бьет то, порьет то, съел за стол. Бульон, бульон. Да бульон вылези, моя борода! Бода, Бода! Вот видите, дети, что я вам говорил? В музыке не должно быть ничего лишнего. Сейчас я тут наведу порядок, а вы пока ноты исправляйте. Так, бода-борода пишется без мягких знаков. В слове «стол» твердый знак не нужен. А в бульоне мягкий знак должен стоять после «эль». Готово. Бода-борода сел за стол. От оборота съел бульон. Бода, вот это да! Так здорово! Дети, теперь вы поняли, как в музыке важны твердые и мягкие знаки. Без них не опера, а... Ой! Буква «Э». Так вот, вот так вот. Привет, Бода! Что ты прячешь в сарае? В каком сарае? Нет никакого сарая! Бода, да вот же сарай! И там точно что-то, чего ты боишься! Я боюсь! Это вы испугаетесь и убежите, если я покажу вам страшные слова на букву «Э». Ура! Буква «Э»! Давай пройдем ее поскорее, и мы будем знать весь алфавит! Все слова на «Э» очень страшные! Бода, с тобой мы ничего не боимся. Я предупреждал. Если будет очень страшно, кричите «бублик». Готовы? Готовы. Это огромный железный монстр. У него такие огромные зубы, что он может кусать и грызть землю. Бода, экскаватор совсем не страшный. Это просто большая машина, с помощью которой можно выкопать большую яму. Экскаваторы не страшные. Я ими каждый день новые ямы для носков копаю. Это я вас проверял. Но следующее слово точно ужасно страшное. Невидимый призрак. Он следит за нами и слышит все, что вы говорите. Все ваши тайны и секреты. А потом кричит про них на всю улицу. Послушайте. Я сегодня не причесал бороду. Не причесал бороду!
Бода, это же просто эхо. Звук отражается от стен в больших пустых помещениях. Поэтому мы слышим его несколько раз. Я что, зря бороду чесал? Третьего слова вы точно испугаетесь. Я отважно беру себя в руки и не бородобоюсь показать вам великана, который появляется, когда гаснет свет. Он мечет искры и молнии. Это электрик. Он тоже не страшный. Он может отремонтировать розетку или повесить люстру. С вас 200 бодорубов за ремонт проводки. А вы говорите, не страшный. Вон за бодорубами моими пришел. Итак, самые храбрые сэры, рыцари, дети, вы готовы увидеть самое-самое страшное слово на букву «Э»? Экзамен! Бода, а почему ты спрятался? И что такое экзамен? Экзамен, дети, это такая страшная штука, где я, учитель, задаю вам вопросы, а вы, ученики, на них отвечаете. А потом я раздаю вам оценки, тройки, шестерки, ананасы. Звучит не страшно. Задавай нам вопрос. Что это за слово? Прочтите. Динозавр. А как называются слова, которые звучат одинаково, но пишутся по-разному и имеют разные значения? Омофоны. Эти буквы вы точно не прочтете. Это буквы мягкий и твердый знак, и у них нет своих звуков. А вы экзамена боялись? Эх, дети, дети! Вас же учил кто? Бодоборода! А Бодоборода кто? Самый лучший учитель в мире! То-то же! Я и букву «Э» вам показал, и катафоны от динокодов отличать научил, и экзамена не испугался! Слова. Ой, кто это такой? О, привет, дети. Привет. Я Бодоборода, лучший учитель в мире. Ух ты! А это мои морфики. Не обращайте на них внимания. Сейчас, сейчас. А почему ты лучший? Потому что у меня борода. Сейчас я буду вас за вихрушком учить. Вот. Ну и кто знает, что с ними делать? Это слова, их нужно читать. Нет, их нужно нюхать. Смотрите. Пахнет водорослями. И мокрое, фу! Сломалось, испортилось, прокисло. Это же слово «море». Что это? О! Ух ты, слово «море» превратилось в море. Берегитесь, волна! Бода, тебе нужна лодка. Ищи слово «лодка». Так, 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 так. А, вот, вот вам лодка. Нет, это слово «кит». Ах, слово стало китом. Караул, лодка дырявая. Ой, а ты как сюда попал? Фу, ой. Ну, ничего вроде лодка. Бода, ты так совсем потонешь. Ищи слово «берег». Берег. Полундра. Берег, берег. Где-то у меня была такая завихрушка. А, вот. Нет, Бода, это ракета. Вот и берег. А вы говорите «ракета». Видели, до чего ваше чтение довело? Ни лодки, ни берега, ни завихрушек. Идем на дно. Прощайте. Стой, Бода, не уходи на дно. Сейчас мы тебя спасем. Вот, берег. Их, опасные завихрушки. Заберите, убрать, спрятать. Нет, Бода, мы хотим еще читать. Вам бы лишь бы и почитать. А у меня потом рыбы в бороде. Бода, Борода, да ты совсем мокрый.
Бода, ты такой храбрый, такой добрый, хороший и рыженький. Ладно, принесу вам завтра что-нибудь почитать. Не такое. Вот такое. Ура! Читать они хотят. Что еще зачитать такое? Читуны. А бороду вроде неплохо расчесали. Может, и за вихрушки осилят. Ладно, посмотрим. Буква А. Привет, дети! Привет, Бода! Сегодня я покажу вам букву А. А морфики? А морфики мне будут помогать. То есть не мешать. Внимание! Буква А! Вот! Это же кастрюля! Какая еще кастрюля? У кого борода, тот и решает, какой буква А будет. Бода, вон морфик надувает настоящую букву А. Куда надувает? Какой еще морфик? Вот, теперь порядок. Итак, о чем я? Буква А! Буква А! А это что за гирлянда? Здесь вам не Новый год. Зимой и летом стройная, зеленая была. И вся закончилась. Итак, продолжим. Вот буква А. Она бывает большая и маленькая. Повторите. Опять настоящая буква А появилась. Где? Ну что вы? Это не А. Это же... Вот. Это же аист. Давай, лети уже, лети. Вот и все. И еще одна буква А. Буква А? Эх вы! Это же арфа. Буква А другая. Что это? Это тоже буква А. Разве же это А? Это арбуз. Вернемся к нашим буквам. Эх, кругом бардак. Ну ладно, послушайте, как звучит буква А. Бода, смотри, как много букв А. Ой, да тут кто-то стену искалякал. Ничего. Дети, я не могу вас больше учить буквам. Почему? Потому что все пропало, и я ухожу. Бода, не уходи, пожалуйста. Учи нас, Бода, учи. Пожалуйста. Ладно, ладно, научу вас немножко. Только перестаньте меня хохотать. Ура! И чур морфики мне будут помогать. А где моя буква А? Ну вот, все мои буквы А пропали. Вот они! Это что ли мои буквы А? Да, ты их так называл. Ой, нет, дети, это кастрюли. А где ж тогда А? Вот вы сами и скажите, где А. Вот, вот. И вот. И вот. А, запомнили. Хе-хе, какой же я молодец. Как же я хорошо вас научил букве А. Что это? Арбуз? Ну, наконец-то!